Привет, мы в Черногории. Сегодня посмотрим отзыв в гостиницу «Свети Стефан». «Свети Стефан» — это визитная карточка Черногории. «Свети Стефан» расположен в Будванской ривьере в 5 километрах от Будвы. В «Свети Стефан» можно добраться по суше на маршрутных автобусах или на машине, но мы отправимся по морю. По морю добраться до «Святого Стефана» можно на частной лодочке. Их вы найдете на причале в Будве. Есть возможность поторговаться по пути. А можно на прогулочном катере, что мы сейчас и сделаем. Такую экскурсию по морю я рекомендую одну из первых всем приехавшим в Черногорию. Обязательно. Хо! Поехали! Да, и во время плавания мы увидим с моря много интересных мест. О каждом из этих мест есть отдельные клипы на нашем канале. Ссылки в описании под видео. А это крутой комплекс отелей «Дукли». С моря по нашему маршруту открываются отличные виды всего побережья Будванской ривьеры. Великолепные пляжи Вечичи и Рафаиловичи. Пляж Каменного, Порожно, Мелочер, пляж Королевы и пляж Короля. А это уже закрытый пляж Свети Стефана. Бери следующий, он нет сил нет уже. Да, и здесь, в Бечичи, живет наш друг Зоран, хозяин виллы Бельмары. Мы останавливаемся у него, когда путешествуем по Черногории. Расположение удобное, номера удобные, и цена тоже удобная. Кому интересует удобное проживание в Черногории, ссылка в описании под видео. Это и есть красавец остров гостиницы Свети Стефан. На острове есть комфортабельные номера, домики, торговые центры, рестораны, художественная галерея, бассейны, зоны отдыха, люксовые номера. Стоимость в сезон около 1000 евро в сутки. В отеле Свети Стефан есть собственный пляж с розово-красной мелкой гальки и открыт только для постояльцев отеля. Такой же пляж, но с другой стороны пересек, бесплатный и открыт для всех желающих. Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий, задайте вопросы, поделитесь с друзьями, подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые видео. А мы их выпускаем постоянно. Всем удачи, до встречи!